Значит, поздравляем вас с победой. Пожалуйста, несколько слов о сегодняшней игре. Спасибо за поздравление. Сегодня игра получилась очень тяжелой. Бывают такие игры, что после нескольких, даже не то что побед, а таких качественных игр, бывает такое. Вот, хотя играли дома на своем поле, казалось бы, должны быть адаптированы к своему полю, но тем не менее никак не получалось успокоиться, взять под контроль игру. Тарас, надо отдать должное, что пытался нас прессинговать активно, и на таком поле очень сложно быстро контролировать мяч. Вот, но тем не менее, молодцы ребята, что все-таки забили гол, нужный гол, довели победу, да, игру до победы. Вот, единственное, что вот, когда вышел у них Пищер, вот, стала исходить опасность возле наших ворот с его стороны. То есть любая подача, он все время выигрывал борьбу. И благо, что так мимо ворот все время пробегал. Будем говорить, что везло нам, но тем не менее. Забили и довели до конца, до победного конца. Чем была вызвана замена Шабанова на Косиченко? Шабанов травму получил вот, во время столкновения. Он первый тайм уже довел до конца. А в перерыве уже все, у него рука, кисть не гнулась, все, он не мог продолжать игру. И Мамбаев немножко выпал из игры, поэтому поменяли на Адилханова. Вот и все, и мы остались с одной заменой. И Ильсур Самигулин тоже второй тайм играл на обезболивающих таблетках, то есть у него тоже повреждений не было. Понятно. Ильсур в конце игры тоже, да, получил повреждение при ударе? Он в первом тайме получил. Ильсур? Да. В первом тайме получил, и вот доктор ему дал обезболивающее, там, заморозил, смог продолжать, потому что если бы мы еще и Ильсуру поменяли, и мы вообще остались после первого тайма уже все без замен. Так что такая ситуация. Понятно. Наибольшее осложнение со стороны Тараса, что было? Что наиболее трудно было? Наибольшее, это вот, когда вышел Пищур, вот пошли на него фланговые передачи, там, угловые, штрафные, все на него игралось. Вот это вот опасность исходила отсюда. Вот. Ну и фланги быстрые, в центре неплохо комбинировали. Ну а в основном самая такая опасность это от него исходила. Довольно ли качественным судейством сегодня? Я судейство никогда не комментирую. Так что. Ну, все, в принципе, если у вас есть что-то еще добавить. Нет, просто ребятам большое спасибо, что как бы там не получалась игра, все равно продолжали играть. Вот. Хватило сил, умения забить гол вот, и довести игру. Вот это вот самое приятное перед такими длительными выходными. То есть ты сейчас все равно будешь отдыхать с хорошим настроением. Вот, голова будет свободна. И будем думать, что, как, где, что исправить, кого подправить. Вот, так что. Спасибо. Все, спасибо за представление. Дмитрич, пожалуйста, пару слов о сегодняшней игре. Ну, команда соперника подошла на куражи последних 4-3 игры выиграли. Я считаю, что это наша была лучшая игра за последнее время. Вот, создать столько моментов, реализация, конечно, оставляет желать большего. Соперник, по большому счету, в первом тайме у него было столько. И во втором тайме один момент забили мяч. Но это не маленькое достоинство, так часто в футболе бывает. Не забиваешь, ты забиваешь себе. Хотя в конце у нас опять же у Пищура два раза головой упор был. Косиченко там мяч вытащил, Стигнеев был. То есть моменты есть, радует. Я ребят поблагодарил за самоотдачу. Хорошо играю, но от этого очков не прибавляется. Угу. Есть у вас претензии к судейству в сегодняшнем матче? Нет. Угу. Еще что-то хотите добавить? Нет, все, спасибо.